Мы сейчас сталкиваемся даже вот с Татьяной, с ее мамой, с таким неким разногласием. Вот Таня считает, что нужно воспитывать по старинке, там вот все, вот только мультики, ну погоди, потому что современные мультики это зло. Или там еще что-то такое. И вот сегодняшняя действительность это плохо. Приложение Инстаграм все время в компьютере это плохо. А что это такое? Это наша реальность, это наша действительность сегодня. Ну, если мы говорим, что наша сегодняшняя жизнь – это плохо, и мы уходим от нее куда-то в другое место, то как бы мы не хотим принимать действительность и уходим от нее. Мне кажется, действительность нужно принимать, потому что то, что есть сегодня, это часть нашей жизни. И глупо отнекиваться и говорить, что это плохо, и вообще внести какие-либо оценки. Это так. Поэтому я считаю, что, конечно, полезно, наверное, ребенку смотреть какие-то старые мультики для того, чтобы знать, что такие мультики были, и, наверное, они могут быть интересны. Но в целом, если посмотреть на какие-то современные мультфильмы, есть замечательные, и «Маша и Медведь», и американские фильмы, мультики прекрасные. То, что сейчас совсем другой поток информации, другое качество информации идет вообще в принципе, идет на людей, и в том числе и на детей, конечно, это меняет людей, по-другому воспитывают и формируют детей, по-другому, но не хуже и не лучше, а просто по-другому. И с этим нужно смириться. Поэтому я не вижу ничего плохого в современной жизни и в современных мультиках, и в современных фильмах.